Сейчас. А, подожди, иди в фурики пока что, потому что ты не успеешь ничего нормально настроить и Окей, так, понять. пойду в него. Ага. Кровоспускание надо юзать, да, получается еще? Кровопускание, да? Пока довешать, типа, надо. Да, чтобы постоянно висел, потому что он дает тебе прок другой способности. И в том числе, потому что это нормальный ДПС дает. Кровопускание. Кровопускание, казнь, превосходство. Подожди, а какая вообще основная билка, которую ты хуяришь? Тоже удар героя? Мощный Или мощный удар. удар? Мощный удар. А удар героя не надо юзать, да? Надо. Надо. Обязательно. Вот только что понял, что надо Короче, я обязательно, думаю, тебе потому тоже что у меня надо, чтобы он сотая по КД был у ярость. тебя зажат, да, получается? Нет. Когда у тебя проки, ты ГКД меняешь на проки. И когда ГКД проходит, если проки новые не возникли, то ты продолжаешь мощным ударом. На удар героя. Удар героя у тебя в макросах должен быть под каждую обилку. Ну, если у нас ярости хватает, то так надо. Смотри, Покич. Удар героя — это удар, который заменяет твою автоатаку. Ну, это понятно, да, я Он понял. теоретически может быть использован вообще, ну, постоянно. Поэтому же говорят, что почему я с яростью, если нет проблемы, то ты его вписываешь во все обилки. А мощный удар — это удар, который нужно типа юзать. Ну, ты понял, это отдельная обилка. А, ты типа прожимаешь размашистые удары, да, и ты можешь, например, 5 мощных ударов на ближайших противников, да, юзануть. Нет. А кто мне скажет, вот я квест на нота сделал, но я его делал утром. Я не помню, сколько времени было, но у меня нету еженедельного квеста. Сейчас на Сартериона, я так понимаю, квест. Да. Ну, во сколько утром? Она обновлялась в 4 по Москве или в 3? В 3, наверное. Ну вот, а я сделал его раньше. Раньше по московскому, да? Да. Ну, в час где-то, наверное. Не знаю, не могу сказать ничего. Попробует потом поделиться с тобой, Деликом. Странно вообще. Чем могу помочь? Береги себя. Не могу пригласить члена другой группы. Нескончаемая ярость должна всего лишь 25% давать, а в итоге она как-то все кардинально меняет. Просто. Я про талант. Просто добавил к нескончаемую ярость, и у меня фуловая ярость. Без нее я на лимитах.
Подожди, размашистые удары просто от обычных атак, да, получается? Да, ну когда ты трэш бьешь. Это просто обычно от обычной автоатаки, да, идет дэмэдж? Да. Ты не можешь ударить способностью благодаря этой штуке по пяти чувакам одновременно. Хотя, сейчас проверю. А дразнящий удар надо юзать? Нет. Ты прочитаешь, что он шагро... Он агро, да, вроде дает, я не помню уже. Да. Он мало дамажит и много агрит. Да, я все понял. Господи, да не, что-то спросить. Ребята, слышно меня? Прием. Да. Ну так, линкани вот в гильдию, я за вас прочитаю, раз вы читать не умеете. Дразнящий удар. Бля, да я знаю, что это просто по приколу. Я не знаю, просто зачем я спросил. Так, просто смотри, по тупости. Ты прочитай, он имеет два эффекта. Помимо того, что он агро дает от урона, он еще имеет эффект таунта. Это таунт. Это таунт дополнительный у вара. Да, да, окей, я понял, спасибо. Это он так пошутил. Это использует портовары. Я рофлю просто. А возмездие надо юзать? Хотя нахуя, если тебя босс не атакует? Опять шутка, да? Угу. Ну, кстати, так она же... Ну ладно, если... тоже где-то он как у меня правильно. Хуйня какая-то. Ладно, я пошел в другой дис. Давай. Войд. А у нас пул фласк уже есть? Что фласок? Ну, какое-то количество фласок на складе есть уже? Да, есть. Там стак уже с лишним. Можно это покупать со склада гильдии фласки, чтобы не переплачивать за то, что проебался со временем? Да я так дам. У тебя фласок сейчас нету? Да, у меня одна фласка. Ну хорошо. А, то есть можно сдавать фласки за доп. ЕП, а потом их бесплатно получать на РТ? Ну вообще, изначально планировалось на третью и четвертую неделю месяца. Уже в зависимости от того, сколько скинут всего фласок. Ну, допустим, четвертая неделя февраля наступит, и я посмотрю там по 4 стака каждых фласок. Вполне можно закинуть людям. Просто это получается бесплатный ЕП. Нет. То есть, ну, тогда, когда так сделают, на той РТ можно фласки свои не брать. Они выдадутся с ГБ. Ну да. Все, отлично. Теперь все понятно. Окей. Тогда я буду фласки закидывать, раз это бесплатный ЕП.
Ну, в неделю 60 ЕП можно получить. Ну, это бесплатно получается. Они ж там не просто лежать будут, солиться. Поэтому они и называются «Настой бесконечной ярости». Могу пригласить члена другой группы.
Бля. Что такое? Да танк крутой попался. В подземелье, где пауки туда-сюда притягивают, он сделал так, что всю комнату согрел одновременно и тут же всхлопнулся. Ты типа учись, что так делать нельзя, тебе скоро тоже танчить. Да-да, я понимаю. Мне еще друг про товар, он вместе со мной качался. Может, он мне что-то скажет полезное. Но он такой же новичок. А нам про товары в рейдах, ну, места заняты, так сказать. Ну, я не говорю про гибриды, которые т.д. могут становиться и так далее. Типа, мой друг, который про товар, он не сможет в рейде ходить с нами. Он чисто про товар сейчас. Нет, очень маленькая вероятность. Возможно, то есть, если вот новые десятки какие-то формируются, ты типа ему скажи, чтоб он туда... Да, я ему и говорю. Типа, чтоб он туда записался, но все равно в любом случае ДД-спек нужно делать. То есть... То, что есть сейчас в рейде, этим рейдом бьем. Сейчас там еще Паша у нас мути-мути подтянется. Ну, можем начинать. Все тут, ребят. Дайте баф по рейду, пожалуйста. Давайте баф по рейду, пойдем чистить трэш. Сейчас Пашу засумоним еще. Мне говорил какой-то баф, я в другом канале. Что-что? Мне говорил какой-то баф, кулаки, кресты. А, нет, давайте, ты в хиле, да? Да. Так, а Эдис и это в хиле? Давайте так, Скайп, а тебе, ты раздаешь каски? Вой, давай ты раздавай кулаки, а Эдис, тебя кресты. Да и все. Давайте быстренько раздаем. Тяка, СС отдаешь по Никипоцу. Гнидыч отдаешь СС по Шумскому. Многие даже ауру коня. Ауру коня, офф эти паладины. Еще многих даже в Дискорде нету. Так. Авердос, ты в хиле пойдешь? Авердоса тоже нету. А, не, есть. Да. Ну да, я же хил, окей. Это у тебя вроде ШП, вроде еще как был. Так, давайте. Поехали чистить трэш на пул в медведя. Играем по метке. Сначала в звезду, потом в треугольник. Давайте сначала звезду, потом треугольник. Парни, звезду, потом треугольник. Выйдите с треугольника, выйдите все с треугольника. Я понял. А сколько человек вообще, блядь, в Дискорде? Секунду, мне что-то бил. Ой, блядь, еще и этот кастом. Снимайте дебаф. Никипоц, помоги по диспелить. Спасибо большое. Диспелим проклятие.
первого скипаем, третьего убиваем. Первого, второго скипаем, третьего убиваем. Ребят, все точно так же. Сначала играем в звезду, потом играем в треугольник. Шумский инвач. Сначала в звезду, потом в треугольник. Выйдите там в РДД, метеориты летят, выйдите оттуда. В треугольник играем. Парни, дайте, пожалуйста, не АОЕ дэмэдж, а соло дэмэдж в одну цель. Вот он просто скастовал сейчас опять шары. Потому что вы бьете АОЕ. Залейте сначала две цели, а потом бейте АОЕ, сколько вам влезет. Сейчас просто попадала куча людей из-за того, что вы играете АОЕ. Зачем? Я же попросил сначала сыграть по меткам. Теряете свое же драгоценное время. Пришли за полчасика, закрыли, все, пошли кушать, пить чай, дальше заниматься своими делами, ждем ока 25. Да, сегодня око. В календаре считай. В календаре написано и в сообщении для гильдии дневного написано было око. И сначала мы идем сейчас ОС на 19.00, потом у нас ОС на 21.00 и на 22.00 по МСК у нас стоит око 25. Вчера мы его закрыли буквально где-то за часик. С пятой попытки или шестой. Да, где-то так. Давайте перед боссом ребафаемся. Так, все тут. Рыбу ставить, нет? Не-не-не, не надо, не надо, не надо. А, в принципе, перед третьим бафнемся. Давайте этот трэш добьем, перед третьим бафнемся. Так, сейчас перед третьим... Да-да-да, сейчас всех засуманим. Сейчас перебьем трэш следующий. Поставим шкаф, засумоним оставшихся людей, бафаемся и погнали. В этот ОС, ребята, уже проходили по несколько раз. Проклятие, ребят, проклятие диспелим. 6 человек под проклятием сидят. Бля, оказывается, можно каст проклятия сбивать. Давайте сначала трэш. Сразу в звезду, ребята, не надо уешить, просто звезду мне убейте и все, пожалуйста, чтобы больше никто вообще не умирал. Все, а вы ешьте. Так, давайте шкаф, ставьте тут где-то шкаф, сумоним оставшихся, быстро бафаемся и полетели. Вон, нам надо засумонить ниндж, найт нинджа. Шкаф тыкните, угу. Спасибо. Так, во втором пати он, или боди, давай. Так, все, всех засумонили. Давайте, ребят, в одну точечку, давайте в одну точечку бафаемся. Баф по рейду быстренько раздали.
эсэсы, я говорил, Гнидыч, ты кидаешь на медведя, на Шумского, Цяка, ты кидаешь на Никипоца, эсэсы. Там когда после... Все, хорошо, все, все готовы? Давайте, РЧ. Хочу видеть всех готовых. Даджмастер, Лёша, спри. Все, поехали. Давайте, босса сюда тяну. На пол в медведя. В лужах не стоим, ребята. В портал заходим. В лужах в этих черных расщелинах не стоим. Скай, забери в трэш. Угу, спасибо большое. Играем, играем в босса потом. Вышли там, кто там возле расщелины близко стоит. Выйдите, кто там в расщелине стоит, какой-то маг. Копия. Добивайте, чтобы он портал не открыл, ребят. Вышли, 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 вышли. Проклятие диспелим, парни. Проклятие там. Босс хилится, ребят. Угу, спасибо. Вышли. Вышли, вышли. Все, зайдите в портал. В портал, ребят, там портал появился. Ребят, убейте этот трэш, который пришел, из-за трэша хилится босс. Убейте трэш, быстро помогите там Скай, убейте трэш, я пока босса подержу. Блять, босс на фул просто почти захилил. Парни, диспельте проклятие, пожалуйста. Проклятие диспелит магии и шамсов качественным талантом. Никипоц, помоги подиспелить проклятие, пожалуйста. Я помогаю. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Парни, вот звезду сначала. Сначала в звезду, смотрите, у которого меньше хп. А, я понял, там двух сразу бьете. В портал заходите, сейчас добивайте, заходите в портал сразу. В портал заходите, убивайте там трэш. А вот вы что тут стоите? Что, в портал не судьба зайти? Парни, кто там из ДД стоит? Давайте, убивайте босса. Над это, там в настройках можно выставить, Влад, чтобы показывало, сколько человек в комнате сидит в Дискорде. Чтобы понимать, сколько людей mm-hmm. тут сидит. Поставим как. Угу. Thank you very much. Так, милики, аккуратно. Сейчас кто-то приплывет. Портал, портал. Давайте в портал, ребята. Это последний будет портал, заходите в него. Так, ребята, тут остается только Void, я и Skyrain. Все, все остальные в портал. У нас есть один хапал, который похилит двух танков, все остальные в портал. Зашли, убили трэш, вышли, добили босса, пошли дальше. Поехали. Так, там сразу метка череп я поставил заранее. Ребята, опять в соло таргет, пожалуйста. Не хочу видеть вообще АОЕ дэмэдж. Залили в соло таргет, убили эту бабку, а потом уже играйте АОЕ сколько вам влезет. Все, ауешим, парни, ауешим.
Поменяй лут, Слав. Все. Так, Скай, ты посидишь на черных, и на этом я на Сартарионе постою. Сразу, у кого есть там из Накса, ребят, вам в Наксе падают такие, как морозная руна. Она дает поглощение урона от огня. Рыбу поставил. Так. И нету одного отопники. Ребята, вот рыбка в печенье. Не садитесь на рыбу. Давайте всем покушать. Кушаем рыбу. Сейчас я пока проверю баф. Баф надо будет опять раздать, потому что у нас половина без бафа. Кого там засумать, кого-то надо? Он забежал. Да, он уже сам дошел. Все, давайте, кушаем рыбу. Пейте фласочки на СПД свои, у кого есть. Ребята с ивента там вам дают фласки. Вы можете покупать фиолетовые и зеленые, они стакаются. Это еще плюс 90 СПД. Так, Скай, ты где-то там потанчишь в печенье, да и все. Я подержу на себе Сартарион. Можно даже ближе, вот тут где-то. Баф раздаем, ребят. Ребят, на втором драконе, если я скажу стопнуть по черному дракону, вы должны резко стопнуть и зайти в портал. Все, отходите вправо все, на край вправо отходите, я сюда сейчас буду тянуть босса, выйдете на ту сторону. Все, поехали, я тяну сюда. Выйдете на ту сторону и ждете, сейчас прилетит дракон. Сначала убиваете Тенеброна, быстро его заливаете, а... Лёша и Паша, когда выйдут драконы маленькие, на пульте сразу на Скайрейна их. Так, сейчас пойдет стена, через 3 секунды после нее сразу прилетит Тенеброн. У Тенеброна под лицом никто не стоит, стена идет слева, ребята, слева стена. Сейчас прибивает Тенеброн, у Тенеброна под лицом никто не стоит. Сразу Тенеброна на танка напулили. Стена через 5 секунд пойдет, ребят. Приготовились. Стена у нас идет справа. Стена справа, ребята. Смотрим за стеной. Смотрим, чтобы никто не вылетел. Между стенками становитесь. Пух. Кто дает больше ДПС? Соникс или Пукич? А мы сдохли, да. Я понял, кто из вас дает больше. А, Никита, ресни Соникса, дай БР в Соникса. Стена слева, ребята. Стена слева. Все, через... добивайте трэш, играйте в трэш, ребят, играйте в трэш. Убиваем трэш. Тёма, пожалуйста, отдай гим на ману. Ханкуль, отдай бочку, пожалуйста, тотем на ману. Все, сейчас стена слева и прибывает Весперон. Все, напулили черного дракона на Скайрейна. Перед мордой никто не стоит. Геру, давайте. Геру. Все, играем в черного дракона. Стена через 2 секунды, ребята, приготовились. Стена идет слева опять, стена слева, ребят. Если что, приготовьтесь резко стопнуть по боссу, потому что большинство умрет. Я скажу, когда. На вас появится дебаф. Бейте пока, может, за героя убьете. Стена через 5 секунд будет. 8% успеете добить? Стена сейчас пойдет. Все, молодцы. Стена справа, ребят. Скипаем стену и потом играем все в Сартариона. Все, молодцы. Все, давайте, играем в Сартариона.
Давайте локи там на 35% на экзекут фазе. Давайте там топ ДПС. Стена через 3 секунды, приготовились. Стена у нас идет слева, сразу перебежали, ребят, стена слева. Стена через 4 секунды, приготовились. Скажу слева, справа. Справа стена идет, ребята, смотрим. Выходим, выходим, выходим из луж этих. Кто там позалетал уже? А, это Пэт. Так, Авердос, отдай, пожалуйста, гимноману. Стена справа, ребят, стена справа. Так, ну все, у нас, по-моему, было только два приста и один Рошан. Так. Никипот, если есть Инер, отдай его в Мегалодона. Хилы у нас фуловые, в принципе, по мане. Гнидыч, Цяка, сливайте через этот... Справа, справа стена, справа стена. Сливайте хп, восстанавливайте себе ману по чуть-чуть. Не за раз там сразу до нуля сливайтесь. А кас дали, слили, кас дали, слили. Это ж локи, это же вообще бесконечная мана у них там. Цяка, давай, твой выход. 33% у босса, давай топ ДПС. Гнидыч, я не знаю, кто он там, Дестрик или Африк, или Демон тоже. Стена пойдет сейчас, стена, готовимся. Стена справа, ребята. Стена через 5 секунд будет. Стена справа опять, ребят. Потом, 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 ребят, потом, потом посмеемся. Давайте. 2% за 6 секунд. Давайте, ребят, чтобы вторая стена не пошла. Все, добиваем, все молодцы. Ресаем Пукича, ресаем темную ниндзю, ночную ниндзю. От чего умерли? Дыхание или что-то? Метка? У меня, короче, я случайно этот, из игры игру свернул. Короче, меня, походу, я в этом кружке сдох, который призывают. Может быть. Добейте трэш, ребят, пожалуйста. Там на скай трэш висит. Добейте трэш. Все, добили. Сори, заберу сумку. Это ты не порол по ЕП или нет? Сейчас, подожди, сори. Так, рукавицы покровителя. Это на кого мы ролим? А, разбойник, рыцарь смерти, маг, друид. А это какой? 213? Это 213-й. Да. Ребята, разбойник, рыцарь смерти, маг, друид. 213-е перчатки, 50 ЕП они стоят. Як. Кто там выше, скажите? Какигурий какой-то. Но это, по-моему, твинк. Это твинк. Это триникан, это сильный или нет? Что-что? Нет. Вот это триникан, она хорошая. Тринька, сначала перчатки. До перчатки. Не дошли. Смотри. Сначала... А, не, я просто спросил, типа, она прикольная вообще сама по себе или нет? Сначала Какигури, потом Лана идет после него. Это если... А, сейчас я посмотрю по ЕП. Так, получается 0. Динатрия, я так понимаю, по... да? Приору, смотри. Так, походу... Мути-мути это на сумку кидал.
Значит, динатрий получается. Да, динатрий, да, динатрий. Так, ребята, смотрим дальше. Воин, охотник, шаман. 213-е перчатки. Кому надо, ребята? На мейн спек. Кому надо? 50 ЕП. Так, смотрим. Да, Ханкуль. У тебя нет места. Срочно выкинь какое-то говно с сумки. Лёш, выкинь что-нибудь. Все, кидаем. Так, это награда РЛО. Так. Тело... А, Тринка, 213-е. РДД, ребят. Просто по роллу без, без ГП. Это мили ДД. А, урон, да. Нет, и ближним, или дальним бою. Почему? Да, нет, просто по роллу, просто по роллу. Это просто по роллу. Лана 87 пока кинул. Ну вот, ладно. Это слабенько. На 87. Так, на хэпала 213. Я не знаю, Тедису вряд ли это надо. А не, надо, смотри, надо. А Тедис, у тебя какой ринг, они? Ребят, элемы, рашамы, но мне кажется, больше рашамы. 226-е манжеты тканевые. Кушать всякие только Скофилд. Да, Скофилд. Вон, пожалуйста. Так он забирал, был что-то за ГП. По приору-то там. Там 25% тебе ГП срезают, покусти когда. Сейчас ЕП накину. Ты на 0.3 приора отстаешь. Сака, ты вообще без фласки? А, нет. Не-не, 0.6. Так, 21.00 по МСК, у 22 ОКО, да? Да, 21.00 еще, этот ОСК одна наша идет. И 22? И потом ОКО, угу. Да. Овердоз. Вот так будешь ливать, и будут люди забывать. А потом вас искать в таблице и начислять вам отдельно. А давай сейчас, давай попробуем. Давай попробуем. Так. Ребята, которые десятка Шумского относятся, от Эдди, Скайрейн, Скофилд, Никипоц, Мегалодон, Данжмастер, Мини-Мини... Есть желание пойти сейчас ОС-10 закрыть быстро? Я хочу... Мини-мини. Я хочу... У тебя есть возможность двумя персами ее сводить? Шумский. Да, да. Давай в какую-то из них я схожу паладином с тобой, а в какую-то мишкой или эрдружкой. Хорошо. Сейчас, ребята, которые мы идем, да, если да, то погнали. У нас нету только диджея и все с нами. Нам одного танка или одного хила надо. Так, ну сейчас все получается расход, да?
Да, ребята, расходимся долго не этот. В 20. Те, кто были уже в ОС, приходите на 22.00 в ОКО. Опять соберем 25 человек. Те, кто, я не знаю, там вчера Слава поощрял те, кто пришли на РТ, добавлял им тоже ЕП. Поэтому. Вот смотри, так, вопрос. Я вот... Когда РТ было вчера? Сейчас вот ЕП будет за 100 С или нет? За 25-ку? Ну да. За 25-ку, да, ребят, ЕП начисляется за 25-е рейды. За 10-й... Все, добро, добро, хорошо, в 10 часов буду. Все. Сейчас прям. Уже набросил я, вот, который мы сейчас убили с Артриона, уже дал ЕП. А, ну все, ну просто поинтересовался и все, не более. Этот, Шумский, ты сейчас с кого будешь, с Мишки собирать или с кого? С медведя сейчас соберусь, пойду закрою. Ну мне, наверное, палом сюда к тебе присунуть. Да, давай, погнали. Можно вопрос? За ивент, который из зельки в Далране продается, нет? Вроде бы нет, Лёх. А где ренегатам их найти тогда? А чёрт его знает. Я не знаю. Это ж ваши ренегатские эти штучки. Интересно. Так. А в шатре нету? Ну, я там не нашёл. Ну, в шатре я искал, не нашёл. Надо построить в этом, в Далране будет. В десятку обязательно идти, ну, зельки или нет? В куда? Да нет, бля, зачем нам те зельки? У нас там ДБС сумасшедший. Okay. Ой, стоп. Ливнуть. Мути-мути, Мегалодон, Ники Потс, Скофилд. Принимайте, парни. Тэпайся, смонить их. Тэпайся в этот. Создать элит. Данжмастер, Мегалодон, Ники Потс, Атедис, да, сейчас. Генатрий, Ханкуль, Скорейн. Так, залетаем. Так, кого еще не добрал? Пашу не добрал. Меня. Пашу не добрал. Паша, where are you? Паша. Ты что, по местам фул уже? Да, в десятку, да. У меня 9 моих, и 10-й Слава хочет сходить на хапале. Десятку уже, да. Возможно, сейчас не знаю, там, Слава, ты когда хочешь закрывать еще вторую десятку? Ну, вторую? Ну, если ты сразу вторым персом пойдешь, то сразу могу пойти. Давайте сейчас мы одну закроем десятку, я зайду на Лока и вторую десятку соберу. Ну, я там потом... Ну, возьмешь моего Лока? Павел, сейчас, ребят. Да, там уже будем отталкиваться от гильды. А Тедис, какие-то есть, каких-то нету, я не знаю, надо смотреть. Что мне дало с этой сумки 50 очков доблести. Так, Паша, ты где? Так, сейчас выйдите, я десятку поставлю. Все, заходите. Паша, ты тут? Павел? Что этот Павлик? Да, блядь, не говори. Мини-мини, ты где? Ярик, ты тут? Ярик. Не знаю, что, блядь, происходит. А где тут камень Сумона Агуш? Плюс один уже. Сейчас приду. Так, на грудак. Сейчас я посмотрю. Я пока релогнусь. Да, будет Атедис, будет у меня с собой. Там только абсолютка нужна и все. Так, что, у нас все поулетали, да? Я понял, сейчас, окей. Давайте всех быстренько засумоним, пока начнем чистить трэш. Так, сумонить Динатрий,
10 на 3 летит. Подожди, мы ОС или око закрываем? ОС, ОС, ОС 10. Ой, я думал, мы око закрываем. Я понял. Так, кто тут возле меня, ребят, нажмите. А, Скофилд, давай ты, Тёма. Полетел, Лёха? Да. Так, Динатрий, Динатрий, Динатрий. Бля, такой этот аддон неудобный, этот Shadow Unit, блядь. Нельзя запоминать цели никоим образом. А кто, десятый, тяг или кто? Не, сейчас... через этот, буду... Через... Разве? Я не знаю, у меня это, блядь, не настроено. Да, я понял уже, Тедис. Да, сейчас сразу его с десятку закроем. Ты же хочешь? Алло, алло. Да. Я здесь. Просто на любую кнопку забинь. Пати, да? Таргет. Так. Тедис. Сейчас, секунду. Давай, кидай. Как насчет только десятки попробовать? Да, сейчас, если что, попробуем. А Тедис мне написал, я что-то, это я тупанул. Он хотел закрыть око десятку, это я что-то тупанул. Там. А, так, стоп, нас 11. Нас 11. Надо кого-то одного кикнуть. Так я ж... Кикайте Лёху. Лёху кикайте. Ну, кого один персонаж? Кому не надо идти в ОС? Давайте так. Ну, кто может с пугами закрыть? Не-не. А, да, во вторую просто пойдет. Во вторую просто пойдет. Давайте, короче, Паш, давай я тебя сейчас заберу во вторую просто, да и все. Все, погнали, так быстро закроем, сейчас во вторую пойдем. Кого нам не хватает? Все, всех хватает, все, погнали. Новый крысы. Если реагент есть. Шо-шо-шо? Запястье зачарить, если реагент есть. На что? СПД-3. Сейчас, секунду, смотрю. Грудь, запястье. Сила заклинания. Давай трейд. Давай трейд на Шумского. Он дал на себя печенье. Ну, тут этим хорошо, что у меня постоянно есть реги с собой. Камень тебе надо сделать сюда красный еще, Тёма. Тебе пуль нужна? Да, потом поскидывайте, ребят. Ну, типа, мне не... Ну, типа, у меня хватает своих регов. Да, Лёша, на что? На что? Сейчас. Лёша там уже дочка отдыхает. Давай, Лёш, давай. Давай быстренько и побежали. По поводу, ребята, по поводу ока десятки, да. Можем попробовать сейчас быстро ОС закрываем, две штуки, и можем попробовать ока там. Так, все тут, ребят. Все, давайте быстренько раздали баф и погнали. Все точно так же. Скай, давай нам эти каски. Войт, ты давал кулаки, по-моему, а Тедис давай Кристина. А Тедис, ты можешь варпала, варпала давай. Тоже соберу, подсоберу, тоже буду в ретрике бегать. Давай, варпала нам, у нас Войт похилит. Так,